сегодня будем рисовать! Здравствуйте, ребята! Доброе утро! Да, Каркуша, я уже все приготовил. Краски, синюю, белую, желтую двух оттенков, резинку канцелярскую, ватные палочки, кисточку, губку, перчатки, в них я буду рисовать, чтобы руки не испачкались, стакан воды и клей-пистолет. Это точно все для рисования? Да, не сомневайся. Но ведь тут уже есть рисунок. Только он маленький для такого большого листа. Вот, я тоже так подумал. И решил исправить ситуацию. А для этого мне понадобится все, что я перечислил. Ну хорошо, тогда давай начинать. Хорошо, я надеваю перчатки и принимаюсь за работу. Губку для мытья посуды мы перетягиваем в центре канцелярской резинкой. Вот так вот сдавливаем, чтобы вот здесь получилась такая красивая складка. Ребята, как следует наматываем резинку на губку. Вот что у вас должно получиться. Ой, это же крылья бабочки, Сережа! Верно, Каркуша, ее мы и будем рисовать, а точнее штамповать. Для этого сначала нанесем краску на одно из крыльев. А с какой начнем? Давай со светло-желтой. Ей окрасим крыло рядом с резинкой. Ребята, важный момент. Краска не должна быть жидкой. Берем кисточку и обильно наносим краску вот сюда. Не жалеем. Вот так вот. А теперь давай возьмем другой оттенок желтого. Договорились. Кисточку промоем в воде, просушим салфеткой и наносим яркую желтую краску. Краску также не жалеем, ребята. Обмакните как следует и наносите вот здесь вот, не смешивая. Очень хорошо. Краски достаточно. Красиво. Только я не пойму, почему ты красишь одно крыло? Скоро все покажу, Каркуша. А пока снова очищаем кисточку и окрасим край крыла в синий цвет. Интересно, ребята, а вы догадались, почему я крашу сначала одно крыло? Я, например, не догадалась. Так, ну вот, теперь ты уже все это крыло закрасил, и надо красить другое. Нет, Каркуша, ничего больше красить не нужно. Смотрите, ребята, сейчас, Каркуша, мы просто сложим половинки губки и посмотрим на результат. Давай посмотрим. И оп! Та-дам! Вот это да! Рисунок отпечатался, и теперь у бабочки два одинаковых крыла. Но у тебя еще осталась белая краска. И сейчас с помощью ватных палочек будем рисовать на синем фоне белые точки. Интересно, что у тебя получится? Какой интересный получился узор! Мне очень нравится! А значит, мы можем перенести этот рисунок на наш белый лист. Аккуратно надавливаем, делаем отпечаток в нужных местах. Ну-ка. Здесь. И вот здесь. Так, ну, а теперь бабочки готовы? Подожди, Каркуша, не торопись. Как следует, нужно промокнуть. Сережа, ну а теперь бабочки готовы? Ну нет же, у них нет усиков и голов. Сейчас мы их нарисуем синей краской. Рисуем вот здесь голову. Так. Наверх идут усики. Туловище. Хм,
Вот. Готово? Да. У бабочки яркий красивый окрас. Вижу такую сейчас в первый раз. Плавно летит, весела и нежна. Радует пусть нас подольше она. Но такую красивую картину, Сережа, надо в рамочку вставлять. Эх, жаль, что у нас ее нет. Ой, про рамочку я не подумал. Может быть, ты поможешь мне, Каркуша? Я? Ну что ж, давай попробую. Перышко, помогай. Раз, два, три. Ого! Каркуша, ну я никак не могу привыкнуть к твоим чудесам. Ну а наши бабочки готовы к полету. Они будут порхать с цветка на цветок и дарить людям хорошее настроение. Берегите живую природу! Смотрите телеканал «Карусель» и мастерите вместе с нами! Увидимся!